Здравствуйте, мы продолжаем безумие. Так, теперь нам надо что? О, кажется, после нашей предыдущей встречи один скелет остался. Или кто он? Нежить? Не знаю, кто они. Так, ну вот, началось. Давай, сучка, взрывай их. О, вот что у нее есть. Так, сейчас я что-то не понял. Их типа раскидывают или что? Возьмем мужика, что у него? У него что-то непонятное вообще. Будем их просто тогда бить и избивать. До добра наживать. Сучка. Ну вот, вы сейчас меня за все поплатитесь. Имбецилы вонючие. Так, где он там? Сдохни там уже, мразь. Ну вот, там еще что за хуйня огромная. Ух ты. Прозрачные стены, двери. Ого, это статуя просит впечатления. Ее изваяли по образу древократия копии крепости многие из них. Я так не думаю. Тадо живой, вот черт. Крайне неудобно. Эти стражи были созданы, чтобы защищать владык от вампиров. Я рада, что могу уничтожить их. Не слышишь, как я рад. Я просто охуевая часть. Так, ну вот и сохранился. Причем два раза подряд. Черт. Все, месил вам. Блин. А так и будет? Тупо сохранять, как только в эту локацию зайду, что ли. Вот это офигеть, прям реально месиво просто. И двери прозрачные, все так шикарно. Так, как мне того-то убить? Ей-богу, я не понимаю. Как они тут вообще убиваются? There you are. А вот и ты, мой дорогой Джереми. А да и чего, полагаю, мы можем ей доверять.
Глупец. Ты хочешь повидать владыку Апеевой крепости? Ну что же, а вот и он. Совсем потерял голову, какая досада. Он был таким симпатичным, когда бы... Ну ладно, мне пора вниз. Ну ладно. Я понял, если владык тебе позволит, то я достану там что-то силиконовые сиськи. Силиконовые сиськи. Вот же отстой. Я вас всех. Прям с пулемета всех расстрелял. Баба жжет. Ну это только и может что. Кровь сосать. Есть, взяли кровавую монету и еще так. Ну заходим, улучшаемся. Значит, что, новые доспехи приобрели. Так, есть. Так, теперь надо думать. А, вихрь, точно, улучшаем вихрь. А у тёлочки, значит, мы что улучшали? Так, чувствую ничего. Ну что б тогда? А, критические. Пусть будут критические дни. Ух ты, какой костюмчик-то. Ну, идем дальше, валить их всех. Здесь, наверное, нам надо брать тетку. Делать так. Ну, сейчас вы. О, подземелье копейного замка. Вот уже, да, это практически вся карта, как бы. Тут больше не будет никаких других. Поэтому идем дальше. Ищем каких-нибудь тварей. Игра сохранена. Все окей. Еще раз сохранена. Вообще все окей. Так. Ну нифига ты что творишь вообще, тварь. Так, сейчас я одену. Блин, это вообще этой дури перчаточки. Я думал, мужичку перчатки. Ну ладно. Телочки так телочки. Сейчас вас всех буду расстреливать. Свиней неблагородных. Не, не. Вот так вот-то. Знай наших. Что-то типа босс, что ли? Вот тебе типа босс. Убиваем кровь. Следим тут за обстановкой очень внимательно. А что тут может случиться? Блин. Давай. Черт. Черт, черт. А-а-а. Что-то сейчас сделал непонятное вообще. Что там сейчас произошло такое? She must be down here somewhere. Seems like she didn't leave a single mail. Да, должна быть где-то подалеку, потому что пизда, сука. Ха-ха.
Так, ну а здесь-то на что? Пусто, здесь пусто, здесь пусто, значит, тут сундук, здесь пусто. Ха-ща! Черепашка-ниндзя, что ли? Так, а здесь пусто, и тут тоже пусто. Так, а там что? Так. Здорово. А здесь так? Как мне вверх-то попасть? Ну что за кусок говна? Может? Да нет, не может. Блин. Вот же жопа. Что за хрень? Ладно, возможно, там есть эта сраная кнопка, которую я нажму. И она откроет тут дверь. Где-нибудь. А это вот это открывало дверь. Убожество. Ой, ну сейчас я поднимусь, я вас просто задрачу вас. О, нифига, там выбежали. Да давай уже, понял, да. Ух ты, тёлка выбежала. Сейчас они будут накидывать. Уровень получен. Да, сучки. Уровень получен. Сейчас там, сучара, подожди. Я сейчас сюда схожу. Здесь надо разобраться. Кое с кем. Есть, монета взята. Одна из пяти. О, о, вампиры из Божьей крепости, да, чтобы будете пить мою кровь. Сэр Андрей would surely kill us. Да, это убил. Oh, yes, he would. О, да, и еще как. What happened here? Что здесь произошло? Владыки Капитан Зак приказали мне провести вида, чтобы ответить их повету на армии вампиров. А поэтому я взяла тележку и поехала по главной дороге. Путь есть главный. Это длинная дорога, длинная история. Так вот, когда я приехала, все рыцари были... Сдохли, это женщина, замечательная женщина, соблазнила всех воинов одного за другим, от них не осталось ничего, только пустые, оболочки полностью лишены всего. Короче, им действительно брать ее в замок в качестве трофея. И ты, то и я, та женщина, не похоже, что ей было бы интересно со мной в трахте, поэтому она бросила меня в темницу. Давай-ка еще в стен, я подожду здесь, пока все не утихнет. Придете за мной, когда все утихнет. Да, мы за тобой вернемся обязательно, сучка. Так, что там? У нас перчаточки. Все, короче, все шмотки возвращаются обратно. Такое ощущение, как будто я сейчас в обратную сторону прокачиваюсь. Точнее, все шмотки.
Так. Ну вот, все, сохранение. Увидимся потом. Все. Всего наилучшего.